Ми вітаємо всім, хто разом із нами на Політека. Сьогодні спілкуємося з політичним експертом Андрій Золотарьов разом із нами. Я вас вітаю, пане Андрію. Добрий день. Пане Андрію, розпочинаємо з такої теми. У розпорядження засобів масової інформації потрапив новий аудіозапис розмови, голоси на якому є схожими на голос народного депутата від опозиційної платформи «За життя» Віктора Медведчука і голови правління і президента оператора магістральних нафтопроводів Росії «Транснефть» Миколи Токарєва. Давайте послухаємо цю розмову і попрошу вас її прокоментувати. Алло. Ніколай Петрович. Алло. А, да. Ну вот все четко. Вот, через что... плюс 7, да? Да, плюс 7, да. А, ну вот я тоже знаю теперь, значит. Все, хорошо, спасибо, Николай Петрович. До встречи. Договорились. Да, до встречи. Пока. А, Николай Петрович, Николай Петрович, еще. Ага. Да. Николай Петрович, я тут разговаривал с нашим главным, да? Ну, еще на той неделе мы там беседовали. Ну, там же остановили, перенесли это дело, да? По трубе. По трубе. Да. И у него там есть предложение, поэтому я, наверное, на следующей неделе приеду, я вам расскажу. Идеи. Давайте, интересно. Да так все, что приостановлено, да? Да. Это мы там, он там контролирует лично. Ну, так, как я вам и обещал. Поэтому я хорошо. Вам приеду, поговорим, а потом будем думать, что делать или не делать. Хорошо, договорились. Все, счастливо, пока. Есть, товарищ, до встречи. Счастливо. Ну, ми почули, що і Медведчук, і пан Токарєв обговорюють питання труби. Скоріше за все, запис відбувся, ця розмова відбулася, щоправда, не знаємо, що є автентичності. Не в цьому році, а в попередні роки. Тож, пане Андрію, що ви думаєте з приводу того, що ми зараз з вами почули? Так, дуже короткий розмов, але з нього проістікає цілий ряд виводів. Ну, во-первых, то, що Віктор Володимирович Медведчук був абсолютно в темі труби. Поскольку говорил с одним из топовых воротил газового бизнеса в России, в новой «Транснефти». И, собственно, в теме был и экс-президент Петр Порошенко. Ведь все, что связано с энергоносителями, с трубопроводами, это президентский бизнес. Это надо понимать. А то, что я неоднократно говорил, то, что у Минских соглашений был еще и непубличная часть, благодаря которой Медведчук получил неприкосновенность, получил возможности расширения бизнеса, ведь содержание телеканала – это дорогая олигархическая игрушка, нужны деньги, и он эти экономические возможности получил. Что получил от этого Петр Алексеевич? Ну, хотелось бы знать ответ. Но так и получается, как очень часто в Украине происходит, посполитым армия мова вира, а трубу Виктору Владимировичу. Я имею в виду ту самую трубу, которая благодаря решениям судов оказалась под контролем структур людей, не чужих Медведчуку. И которые только сейчас все-таки вернули в собственность. Она до 2014 года эксплуатировалась российскими структурами, после 2014 года, ну, благодаря вот этим судебным финтам, она перешла те самые нужные руки. Благодаря, собственно, и пребывала там до самого последнего времени, до того периода, пока не были вот это наложены санкции, СНБО и так далее. Пане Андрію, ну, ми звикли вже до того, що зміст української політики складається з різного роду скандалів і от подібних зливів. На вашу думку, от, хто записує, хто зливає, з якою метою? Тому що це далеко вже не перший злив, і за наслідками попередніх зливів, ну, подібних розмов, ніяких рішень серйозних так і не було. Ми є цьому свідками. Ну, первый момент. Во-первых, у общества выработалось определенный уже иммунитет. То, что 20 лет назад было информационной бомбой, то, что взрывало общество, ставило общество на дыбы, сейчас уже не, ну, собственно, люди привыкли и хотят слышать не только там, как говорится, одну сторону, но и что скажет другая сторона. То есть стали относиться гораздо спокойнее к всевозможным сливам. Слишком много. Что касается того, откуда они появляются. Понимаете, мы тотально коррумпированная страна. Страна, в которой можно купить все. В том числе и, скажем так, по сути у нас же, как я не раз говорил, у нас нет правоохранительных органов. У нас есть охранники большого базара. Ну, охранники большого базара иногда и торгуют налево. Во-первых, ну, традиционно монополия на прослушку, на оперативно-технические возможность снятия информации была у СБУ. То есть это контора, которая обладала широчайшими возможностями и долгое время была монополистом. Теперь, ну, поскольку коллективный Запад этого очень настойчиво требовал, такие же возможности законодательно открыли такие же возможности для НАБУ.
антикоррупционная вертикаль, а на самом деле вертикаль контроля и влияния Запада, она требует соответствующих технических возможностей. И кроме того, у нашего олигархического кооператива, про МВД я даже не говорю, а у наших олигархов, у некоторых, я скажу, технические средства снятия информации, несанкционированного снятия информации, будут почище, чем у спецслужб. Деньги есть, тем более эти примочки завозятся контрабандно, находят варианты и пишут. Поэтому, особенно когда в Киеве заходите в хороший ресторан, 10 раз подумайте, о чем говорить. Фильтруйте те, що ви говорите. Пане Андрію, якщо говорити станом на день сьогоднішній, політично Володимир Зеленський дотиснув чи продовжує дотискати Віктора Медведчука? Не дожал. Все-таки и тут есть определенные красные линии. Да, это очень серьезный удар, поскольку во многом рейтинг ОПЗЖ был результатом вот этой информационной накачки. Надо отдать должное то, что каналы Медведчука делались профессионально, качественно. Но другое дело то, что окружение Виктора Владимировича, оно так талантливо множит врагов своего патрона, что даже те люди, которые идеологически не так уж и далеки от Медведчука, но если не аплодировали, то с такой злорадной ухмылкой взирали, как каналы Медведчука убирают сначала из эфира, вот теперь из Ютуба. И я думаю, что дожимать Медведчука будут, но еще не дожали. Судя по всему, претензии на монопольное политическое представительство Юго-Востока перехватит, я думаю, Ренат Леонидович и, скажем так, ряд представителей национального капитала. Ему будет какой-то вариант партии регионов 2.0, только уже без вредных привычек, без вот этой откровенно пророссийской токсичности. Скорее всего, будет ставка сделана на новых людей, не за в политике, но которые достигли высоких профессиональных результатов. Такие партия людей и дела. Что из этого получится, увидим, но запрос на такую партию адекватников, он есть. 30% украинцев хотят, чтобы Украина, у нас же все время ставят выбор, или там пророссийский, или прозападный. А более 30% считают, что Украина должна идти собственным путем. И, собственно, рано или поздно такая политическая сила будет предъявлена. Я думаю, что ждать осталось уже немного. Пане Андрію, от в контексті згаданих телеканалів я хотів би, щоб ви прокоментували слова народного депутата Микити Потураєва, який сказав, що санкції точно стали однією з тих причин, через які зараз відбувається ескалація на сході України. Усе має свою ціну. Коли президент України пішов на такі жорсткі дії, було зрозуміло, що відповідь з боку Росії однозначно буде. Вона прийшла у вигляді понад сотні тисяч російських військ на наших кордонах. Я здесь не могу согласиться по одной простой причине, потому что вряд ли настолько велика привязанность Владимира Владимировича к Медведчуку, что он будет двигать войска аж с самого Дальнего Востока, массированная переброска, разворачивать вот этот военный лагерь под Воронежем, для того, чтобы показать, что с Медведчуком перешли красные линии. То есть ответка, в любом случае, по Медведчуку, она бы прилетела. Но, я думаю, не в виде движения войск. Скорее, там, какие-то вещи экономического характера. Блокирование Керченского пролива спустя время по объемам транзита газа, это да, но отнюдь не движение войск. Поскольку тут все было увязано, чтобы продемонстрировать как раз готовность российской стороны поднимать ставки настолько высоко и платить такую цену, которую не готов заплатить Запад. Собственно, частично этой цели российская сторона добилась. До речі, пане Андрію, сьогодні вранці з'явилася така інформація, що президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч з президентом Росії має відбутися у Ватикані.
І про це стверджує італійське видання «Ля Републіка». Тут варто процитувати президента Зеленського. «Святий престол міг би стати ідеальним місцем для розмови про мир на Донбасі. Посередник з такими повноваженнями обов'язково принесе впевненість, що ми зможемо досягти угоди». Складається враження, що обидві сторони, і Україна, і Росія, зараз міряються у креативності щодо місця проведення переговорів і більше приділяють цьому увагу, а не змісту безпосередніх переговорів двох президентів. Вам так не здається? Как когда-то говорили в армии, война фигня, главное маневры. Вот здесь, знаете, что касается места встречи. Да, можно спорить, но явно это уже как бы не Москва, не Киев, а какая-то третья, тем более, что точка. В данном случае Ватикан, ну, мне кажется, вполне приемлемо. Но, одно но, российская сторона очень четко и конкретно заявила о том, что вопросы Донбасса, езжайте, пожалуйста, езжайте обсуждать это в Донецк. То есть с Путиным, ну, Путин готов обсуждать только вопросы двухсторонних отношений Украины и России. Точка. То есть Владимир Александрович заговорил о вопросах языка, Украинской Православной Церкви. По-моему, и здесь тоже совершенно ясно из Москвы дали понять о том, что эти вопросы обсуждаться не будут, это внутреннее дело Украины. Все. Поэтому вот, да, будут еще какое-то время упражняться в креативе. Тем более, что есть и объективные предпосылки к тому, чтобы провести такую креативную сессию, особенно после визита в Париж. То есть, как бы, плюс, главный плюс, это все-таки поворот в сторону политико-дипломатического решения, а минус это все в очередной раз и Париж, и Берлин указали на Минские соглашения и необходимость их выполнения. Пускай там кластерами, не кластерами, но по шару. А вот этот момент, то, что в вот этой нормандской четверке, ну, по сути, большинство требует именно выполнения Минских соглашений. Отсюда возникают разговоры, как они есть. А правильное их прочтение, дословно, мы все прекрасно понимаем. Сначала выборы, а потом госграниц. Вот. И в поисках союзников, которые помогли бы их перередактировать в сторону, как говорится, украинской, более приемлемой для украинской стороны версии, сначала граница, а потом выборы, вот, возникают идеи привлечения Соединенных Штатов, Канады и так далее. На вашу думку, от Володимир Зеленський висловився за чергову модифікацію формату переговорів, наголосив на необхідності долучення і Сполучених Штатів Америки, і Канади, Великобританії. А чи не здається вам, що це виглядає, нібито Франція, Німеччина не справилися? Ми їм дякуємо, треба залучати інші сторони. Ну, это будет подаваться, ну, один из векторов информационного сопровождения вот этих, скажем так, намерений. Я думаю, что это будет звучать, в том, что европейцы, дескать, не потянули, не справились, не смогли убедить, но тут же другая проблема. Я думаю, что без Москвы, то есть тут в очередной раз нам скажут, нет, вы подписали. Этот документ акцептирован Организацией Объединенных Наций, по сути. Извольте выполнять. И точка. И, собственно, на этом в очередной раз можем упереться в глухую стену. Ну, а хто підписував ці угоди, ми прекрасно пам'ятаємо. Зараз цей пан, п'ятий президент України, нагадує про червоні лінії Володимиру Зеленському. Він записав відеозвернення. Зараз я пропоную послухати пана Порошенка. Неприпустимість будь-якої ревізії конституційно закріпленого європейського і євроатлантичного курсу України – це перша червона лінія, порушувати яку категорично неприйнятно, як би не кортіло зустрітися з Путіним. Друга червона лінія – жодних поступок в питанні національної ідентичності, а саме української мови і української церкви. Третя червона лінія – жодних виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу до повноцінного і чіткого всеохоплюючого гарантування безпеки, деокупації і відновлення контролю над кордоном. Четверта червона лінія – жодних компромісів в питанні Криму,
в тому числі і щодо постачання води, бо відповідальність за забезпечення водою має нести російська окупаційна влада, аж допоки півострів не повернеться під суверенітет України. І п'ята червона лінія. Ніяких пробачень Путіну. Пробачень за його агресію. Судові позови і справи для притягнення до відповідальності Кремля мають і далі бути в пріоритеті. Скільки б років не пройшло, Москва повинна відповісти за вбивство українців і за порушення норм міжнародного права. І навички конкурсу капітанів Володимира Олександровича тут навряд чи допоможуть. КДБ переграє КВН. Ключ до перемоги – міжнародна солідарність та єдність з Україною. І тільки спільним фронтом всередині країни і назовні ми зможемо дати відсіч російському. Пане Андрію, от слухаєш Петра Олексійовича, чомусь згадуєш про того актора, який не отримав Оскара. Як це все сприймаєте ви? Лицемір вищої проби. Президент, підписавший, якщо не капітуляцію, то мирні договоренності в Мінську на дуже тяжких, якщо не позорних для України условиях, по суті означавших боснізацію України. Теперь чертит красные линии, как тот, собственно, Хама Брут. Вот склонность к лицемерию, лицедейству, по-моему, переиграть на этом поприще Порошенко невозможно. Как говорится, ему что ни говори, везде божья роса. Жму руку целую, хочу напомнить. Ведь голос похожий на Петра Алексеевича. Абсолютно нормально разговаривал с агрессором. Вот. И, пожалуй, знаете, вот в расколе общества, в разделении на своих и чужих, никто так не преуспел, как Петр Порошенко. Да, вот эта его секта национально озабоченных товарищей, сплотившихся вокруг него. Да, она считает, что он там державотворец. Что? Мастер потемкинских деревень и декораций. Но в этом плане, знаете... По-моему, Владимиру Александровичу меньше всего стоит оглядываться на Петра Алексеевича и его красные линии. Ему очень хочется реванша, ему хочется вновь вернуться на Банковую. Но мне кажется, что показательным является то, что даже спустя два года после поражения Петра Порошенко на президентских выборах, вот его антирейтинг как был на отметке 60-70%, так и остается. То есть ту красную карточку, которую показало украинское общество Порошенко, тем более можно все время обманывать некоторую часть людей, можно некоторое время обманывать всех, но нельзя всех все время обманывать. По-моему, эту красную карточку еще никто не отменял. Пане Андрію, знову ж таки, говорячи про цю майбутню потенційну зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, хотів би у вас поцікавитись, а яка із зустрічі відбудеться раніше? Український президент зустрінеться з російським, чи російський президент зустрінеться з американським? Я думаю, спочатку Байден-Путін. И в послании Путина Федеральному собранию вот эти пасы в сторону Байдена прозвучали абсолютно определенно, где касалось экологии. То есть готов, я прекрасно понимаю, где рука, а где инструмент. В этой руке я хочу, говорить с тем, кто владеет ситуацией. У Путина совершенно там не надо читать между строк, вот это намерение решать вопросы, связанные с нами без нас, абсолютно четко. Поэтому, я думаю, будет сначала встреча Байдена-Путина, и, возможно, реальность вот этой встречи Зеленского-Путина, она из гипотетической сферы может перейти в сферу практическую не раньше осени. Пане Андрію, тут ще така цікава заява пролунала з вуст міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Він заявив, що повномасштабної війни Росії з Україною можна і потрібно уникнути. Про це він сказав в інтерв'ю РІА Новості. Процитую пана Лаврова, якщо це залежить від нас і ополченців, наскільки ми можемо розуміти їх принципові підходи, то війни можна і потрібно уникнути. Скажіть, будь ласка, фактично Лавров поставив Російську Федерацію в один ряд із представниками ЛНР та ДНР.
Пан Путін, коли коментував запрошення Зеленського зустрітися на Донбасі, сказав, що питання Донбасу Зеленському треба обговорювати з ЛНР і ДНР. І Олексій Арестович, який є спікером української делегації у тристоронній контактній групі, коментуючи цю заяву Путіна, сказав, що фактично Росія виходить з Мінських угод. Ну, интерпретация. Россия ниоткуда еще не уходит. Понятно, что ДНР и ЛНР – это российские прокси. Ведь, ну, знаете, тяжело говорить о субъектности, когда более 50% бюджета – это трансферты из Москвы. Это надо понимать. Но, знаете, гибридная политика, ну, собственно, 21 века, когда надо, мы дистанцируемся, когда надо, мы говорим о Российской Федерации и там, донецких добровольцев. Надо понимать то, что как раз Москва, она, ее Минские соглашения вполне устраивали. Она дожала тогда Порошенко, получила от него то, что хотела. Ну и, собственно, мы получили головную боль и проблему на долгие годы вперед. И, собственно, к сожалению, у нас выбора не остается. Либо смириться с потерей Донбасса, сказать прощай и там строить стену, либо замораживать конфликт, либо опять же имитировать, ну, изображать мирный процесс без каких бы то ни было практических результатов. Поэтому я думаю, никто ни от чего не откажется, Россия не выйдет из Минского процесса, он вполне ее по этим позициям абсолютно устраивает. То есть, ну, это может тянуться годы, годы, годы. Пане Андрію, ну гаразд, коли ми говоримо про Донбас, то здебільшого кажемо про те, що ситуація вже давно зайшла у глухий кут. Серед різного роду сценаріїв, які існують, який ви особисто вважаєте, ну, найприйнятнішим для нашої держави, виходячи все ж таки з наших національних інтересів, вкладаючи в ці слова реальний зміст, а не говорячи, що це просто якийсь порожній звук? Либо замораживання, либо дійсно проводить новую государственную границу, там с возможностью возвращения. К сожалению, у меня ощущение того, что Донбасс мы уже потеряли. Пане Андрію, дуже дякую вам за цю розмову, за це спілкування. Політичний експерт та аналітик Андрій Золотарьов сьогодні був разом із нами на Політека. Всім бажаємо миру і до нових зустрічей. Бережіть себе.